Ну, вы там стояли, может, припарковались бы. Казанские гости чуть не угодили в капкан. О том, что на парковочном месте ушел под землю кусок асфальта, знают не все. Сегодня от беды и лишних трат жители столицы уберег случай. Провалился бы колесом, вызывал бы эвакуатор. Дополнительный расход, дополнительные деньги, дополнительные нервы. Люди говорят, яма здесь образовалась около месяца назад. Тогда кто-то попытался обозначить опасное место старой покрышкой. Но сейчас все припорошило снегом, и дыру в асфальте не видно. Ну, когда снег выпал, вполне возможно припарковаться, да, без ограждения. Ваше мнение, что нужно сделать? Ну, как минимум оградить. Как минимум. А вообще-то надо ликвидировать это. Да и не дай бог, если я не смотрел туда, насколько она глубокая, а может быть вообще туда можно провалиться. Это же вопросы безопасности. Ну, вот. Ну кому принадлежит эта территория, это надо знать. И мы узнали, латать дыру в асфальте должны представители департамента ЖКХ. Проверка показала, что под парковкой проходят трубы водоканала, и там происходит подмыв грунта. К решению проблемы будут подходить комплексно, но не сейчас. Пока же опасную территорию огородят. Вера Муратова, Марсель Джураев, новости НТР.